И сколько в той период Педро было? Что мы после каждого концерта с мешками денег возвращали. Вы понимали, в свое время 4 года жил лошадь у центра. 40% в избыткове? Лимоновым Олегом, с Русей Писанкой, общаться с Наташей Могилевской. Было великою втратою, коли російських зірок шоу-бізнесу перестали возити. Она может тебя убить. Я концерты смотрю в городе Днепропетровск. На нее была приглашена Дженнифер Лопес. Такая не слаба свадьба. Там деньги не купюрами считались, они считались грузовиками. Вы ставитесь до такого спекулювання от на темі АТО? Я никакой не альтруист. Да? Я ничего делать не умею руками. Это вот по наследству не передашь. Потому что мы боялись выходить оттуда с такими деньгами. Повинні свои думки нести в массы вот таким либо чином. Не провоцировать. Це касовий зал Палацу культури «Дніпроспецсталь», фактично головного концертного майданчику в нашому місті. А мій сьогоднішній гість вважається сірим кардиналом концертної справи в Запоріжжі. Як сильно б'є по кишені сьогодні заборона на ввіз російських артистів? На яких корпоративах можна зустріти Дженніфер Лопес? Та за що вас можуть вбити фанати Олега Вінника? А також чому мій гість не залишився на посаді музичного продюсеру телеканалу «Інтер»? Сьогодні в Білка Ток Геннадій Мусін. Підписуйся на ютубчик і погнали. У вас бізнес дуже нішовий, дуже специфічний, в принципі. І якщо я не помиляюся, цього року вже буде 18 років, як ви в ньому. В наступному. В наступному. Цього року 17. Да. Тобто наступного року ви фактично станете повнолітніми. Да. Уже можна буде купувати водку. В июлі місяці 2000 року ми відкрили частного підприємця ФОП. Ну, тоді ще не ФОП був, а просто ЧП, ще тоді називалась Мусін, зареєстрували. І почали займатися... не концертной деятельностью, потому что в тот период я еще не сильно понимал, что это такое. Мы стали привозить артистов театра и кино в Запорожье, и в концертном зале Глинки мы провели, наверное, более 25-30 творческих встреч в ДК Днепроспецстали. Я увидел, что это интересно, и мы стали приглашать. Там и первый концерт, между прочим, у нас был Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Как сейчас помню, делали этот концерт. Кстати, я влетел по бизнесу, если говорить. Но это было тогда, наверное, приблизительно 2018. Это было где-то в районе 7000 долларов. Тоді це дуже критично було? Это очень критично было. Это очень были большие деньги на то время. А тем более мне их неоткуда было брать. И я взял кредит в банке, потому что мне особо некому было обратиться, чтобы мне одолжили. Попал я почему? Потому что в тот период, да не только в тот и сегодня, в тот именно период я не понимал, как надо обсчитывать стоимость билета, из чего вообще составляющая этого бюджета. А тогда было так наугад, я думаю, что... Это наугад. Тогда все, знаешь, происходило приблизительно так. Я, кстати, многие вещи до сегодняшнего дня делаю именно так. Я очень эмоциональный человек. И я вот смотрю, мне это нравится. Я не всегда по первая мысль приходит, а хорошо ли это пройдет, или понравится ли это зрителям. Мне иногда кажется, я пытаюсь себя опустить до уровня зрителя. И когда мне что-то предлагают, я стараюсь всегда стать на сторону зрителя и понять, первое, интересно это или нет, и второе, дорого по билетам это или нет, потому что это немалая составляющая. Это саундчек концерта Элтона Джона. В Киеве я был исполнительным, до святого руками своими. Исполнительным продюсером телевизионной съемки. Это тот знаменитый концерт на Майдане Элтона Джона, который проходил. Mm-hmm. Это свет. Я сижу для того, свет, этот сам, прилавка света происходит. Славко. Я правильно розумію, що один з самих таких вибагливих і капризних на сьогоднішній день українських виконавців в плані технічному? Я не можу сказати, об'ясню вам чому. З Океаном Ельзою, со Славою
Вакарчуком. Мы работали один из крайних наших концертов, это лет 8 назад. Последующие концерты все делала его непосредственная компания. В техническом плане, да, но, наверное, по продакшену у него очень технически сильный концерт, поэтому, в общем-то, и требования, понятно, такие. А правда, що у нього є свій номер в готелі не в центрі міста, а ближче до набережної? В Запорожжі? Да. Я не знаю, но, по-моему, если я не ошибаюсь, они жили в Запорожье в 5-звездочном отеле. Но я не знаю, был ли у него там как свой. Но там номера были. Ну, є така легенда, я чув її від двох різних людей. Что он все время, когда приезжает в одно место. Йому подарували на південному мікрорайоні, там на одній з баз свій номер, і він йому сподобався. Він там завжди музиканти живуть окремо, а да? він заходить в готель. Разом з музикантами, але потім його відвозять в його приватний готель, не готель, а кімнату, де ключі від якої тільки у нього. Не знаю, перший раз слышу, даже поінтересуюся, коли. В 2010-м ми один із трьох городів, Київ, Харків і Запорожжя, який перейшов на нову систему продажи билетов, на новый билетный сервис, который сегодня предлагается жителям нашего города и области. Это продажа билетов в системе Front Manager, Запорожье, там Мусин, ZP.UA. И вот, скажем так, вот несколько, три этапа, да, творчества. Потому что мне очень часто спрашивают, почему ты не открываешь кафе? Или там каким-то другим бизнесом не занимаешься? Я всегда отвечаю на этот вопрос одинаково. Я делаю либо хорошо, либо никак. Я могу заниматься только тем, в чем я понимаю. Вот если я понимал, что тот билетный сервис, за ним будущее, и это то, что может зрителю помочь в экономии времени приобретения билета. В первую очередь. В выборе билета. Ведь как раньше было? Раньше мы брали билетную книжку, штамповали, розривали, а потім починали розкладувати пачечки на каси. І скільки в той період підроблювали квитків? Були? А ви знаєте, я вам скажу, між прочим, город Запорожжя – один із унікальних городів України. За мою 17-літню практику у нас всього два рази були підділки по білетам в Запорожжі. І три рази, це я пам'ятаю, концерти Кіркорова, в 2003 году, на концерте «Бумбокса» в 2016 году и на концерте «Винника» в 2017 году. Набір артистів просто Кіркоров, «Бумбокс» и «Винник» в одному ряду. Да, это когда появились у нас перекупы, с которыми мы, в общем-то, начали бороться. И они исчезли из города Запорожья. Для меня это очень принципиальная позиция, потому что, зная этот бизнес и внутри, и снаружи, я понимаю одно, что когда появляется перекуп, это значит, где-то каким-то образом кто-то из перекупа завязан на тех, кто продает билеты. Поскольку для меня, мое реноме и реноме моей компании очень дорого, я делаю все возможное и невозможное для того, чтобы перекупа не было, потому что я хочу дать возможность любому жителю Запорожья, Запорожской области приобрести по той стоимости билета номинальная, которая продается. Но вы з'ясували, кто был завязанный в всей схеме? Днепропетровские компании, которые, я так понял, полным ходом идет этот бизнес у них, они решили это попробовать. Они мне перезванивали, мы с ними познакомились, они мне пытались эти билеты сдать с каким-то дисконтом 50%, но в результате приобретя, ну, вот то, что я помню очень хорошо, билеты на Винника по 700 гривен. Они вынуждены были их продавать по 10 гривен, потому что мы сделали все возможное и невозможное, чтобы они не продали билеты на перекупе. И они долго удивлялись и объясняли, вот объясните, почему в Харькове, в Днепропетровске организаторам по барабану, а вам нет. Какая вам разница, если все равно в кассе билетов нету? Но у меня есть своя позиция в этом плане. Я не хочу никогда быть замешан в никаких схемах. Мы к этой билетной истории шли очень долго, к этому сервису. Но процентов 40
всех концертов, которые проходят и спектакли в городе Запорожье, они убыточные. 40% сбыткови? Да. Сегодня основная наша задача, чтобы выжить, да, и на плаву быть, это в ноль свести, а если заработать, то это очень хорошо. Это дуже дивный если бизнес. Если разделить весь 100% прокат на прибыль в ноль, и убыточное, он где-то плюс-минус, это получается, ну, наверное, 7-8% заработка. Не может быть все прибыльное. Кроме того, если вы посмотрите цену на билеты в Днепропетровске и на эти же концерты в городе Запорожье, цена разнится в 25-40%. Тоді виходить з ваших слів, що ви від початку знаєте, що може бути збитковим вже, а що... Не знаю. Не вгадаю. Публіку нашу вгадати не вмираю. Невозможно вгадати. В этом плане город Запорожье очень сложный. Очень сложный в том, я могу сказать, до 2000 года концерты проходили в городе Запорожье. Но многие организаторы все время попадали. И город Запорожье, несмотря на то, что мы, в общем-то, входим в кольцо средних городов, потому что у нас получается так, либо миллионники, либо 500 тысяч. А вот такие города по населению, как Запорожье, ну, наверное, только Кривой Рог. Но он областного подчинения. А диван у вас тут, вы себе так гнездечко тут облаштували, диван для гостей, чи буває, що так щось замахався? Я иногда сплю. Знаете, мне, у меня же бывают такие ситуации, я иногда могу позвонить домой и сказать, Ал, я сегодня не приеду, ну, к примеру, допустим, я одних увожу артистов в 4 утра, а вторых, например, встречаю в 7. Я могу прийти и лечь здесь. Иногда бывает, когда в течение дня, вот я реально сижу и чувствую, мне надо вот часочек просто отдохнуть. Я закрываю дверь, падаю здесь этот самый, и могу заснуть, да. Я обычно никогда не трогаю, когда я сплю, потому что, знаете, мне надо вот час поспать вот в таком глубоком сне, а потом я уже весь такой... Я зрозумію, що коли ви там не висипаєтеся і втомлений, то алкоголь це тут не ваше. Ви кавоман? Кави багато ви кофе много п'ю. Скільки? Ну, я могу чашек 8 выпить в день. Есть, например, зритель, я таковых знаю, который принципиально не ездит на, не ходит в Запорожье на концерты, которые проходят в Запорожье. Они ездят на концерты в Днепропетровск. Не знаю, с чем это вызвано. Может быть, не хотят засвечиваться в Запорожье. Ну, это вы говорите про ту сферу, как або политика, або бизнесмены десь. Ну, наверное, да. Да, потому что я могу вам сказать, я концерты смотрю в городе Днепропетровск, в Днепре. Я не могу смотреть концерты в Запорожье. Объясню, почему. И постоянно говорят, почему ты не смотришь в Запорожье, смотришь в Днепре. Объясню, потому что когда я нахожусь в зале, я смотрю на работу охраны, я смотрю на работу коллектива, я смотрю на работу техников, я смотрю на работу осветителей. Я понимаю о том, что есть охрана и служба безопасности. И я, находясь на концерте, это для кого-то праздник. Для нас это не праздник, для нас это работа. Этот самый. Мы работаем, чтобы вы отдыхали, в общем-то, по сути дела. Это центр, кругом билеты. Это центр управления билетной системой. Билеты начинают хождение по всем кассам. Здесь готовится полностью все мероприятия, подготовка. Здесь афиши, билетные бланки, это для касс буклеты. То есть, как бы, это вот такой вот... Афиши вы особисто затверджуете? Чи це макеты, які присылають музиканти? По-разному бывает. Есть, которые присылают, есть, которые мы переделываем. Ну, вот Софина, например, вот эта афиша по всему туру, да? А она делалась, между прочим, в Запорожье. Вот полностью вся афиша тура Софина делалась в Запорожье нашим дизайнером, этот самый... Ну, например, того же Вити Андриенко, да, нашего земляка. Вот у него будет моноспектакль «Мужчина перед зеркалом». Знаете, как я с ним познакомился? Цікава дуже история. Він с нами побывал в Лакар, уехал до Бердянска. А, вот так, да. С Витей мы очень в хороших отношениях. Периодически созваниваемся. Кілька зірок, можливо, українських, можливо, світових, кого хотіли б привезти в Запоріжжя, але є розуміння, що от не потягнете. Ну, вот... У меня велись переговоры с прокатчиками Томаса Андерсона, концерты, которые запланированы на февраль месяц. И мы хотели привезти, то есть я предлагал, что давайте попробуем привезти в Запорожье. Мне очень жалко, что наш
житель не имеет такой возможности. Раньше тоже не очень приезжали зарубежные звезды в Запорожье. Они не приезжали по разным причинам. Ну, во-первых, скажем так, у нас нету зала на 1500 посадочных мест. Это первое. Второе, на то время у нас не было отелей 4-5 звезд. Это тоже, да. То есть сегодня как бы два отеля есть, которые соответствуют полностью этим позициям. А почему зал 1500? Потому что все элементарно просто. И до смешного. Ну, вот чтобы вы понимали, среднерядовой концерт в Киеве и в Запорожье, иногда средняя цена билета в Запорожье выше, чем в Киеве. Почему? Территориально все артисты живут в Киеве, у них отсутствует полностью бытовой райдер. Переезды, перелеты, питание, гостиничные, суточные. Они приехали из дому, зашли на служебный вход Дворца Украины, отработали. Зал Украины 3000 мест. Наш зал, центральная площадка Запорожская, Дворец культуры Дніпроспецсталь, тисячник. Існує така думка, зараз ви займаєтеся переважно, ну не переважно, а в першу чергу, це онлайн-продаж квитків. Ні, ми всякими білетами, у нас є каси свої, це там, де люди приходять і приобретають. Який з цих бізнесів більше прибутковий? А це все одно і те ж. Я розумію, прибутковий... більше людей чим користуються? Онлайнами? А онлайном на сьогоднішній день в Запоріжжі ми вийшли на цифру где-то, ну, наверное, 23-26%. Так мало? А я могу сказать, в Днепропетровске 11. А в Киеве высокий показатель. Киев раньше нас начал это делать. Для Запорожья, я считаю, это просто шикарно. На сегодняшний день практически все площадки автоматизированы. Практически на все площадки. Я, наверное, исключением скажу только театр «Лялек». Некоторые площадки, которые еще не автоматизированы, ведутся переговоры, и мы начинаем продавать билеты. А вот так вот театр Магара, цирк, театр юного зрителя, Запорожская филармония, ДК Дніпроспецсталь, этот самый Славутич Арена, люди могут приобретать билеты. Я жил в детстве 5 лет в доме кинотеатра «Зирка». И у меня балкон выходил на проспект залы, а балкон моей комнаты выходил на трамвайную линию. Ну, рассказывать не надо, там троллейбусная привязана, там трамвайная. Но я настолько люблю шум, вот не что не сказать о всех моих коллегах, которые пытаются уединяться. Я в шуме глохну. Я когда приезжаю на дачу, я не могу там спать, потому что мне очень тихо. И мы с женой говорили, что когда мы будем покупать себе квартиру, мы только купим ее на проспекте. Мы живем на проспекте. И когда я пришел сюда, искал себе офис, да, купить квартиру, первое, что я сделал, я зашел в ту комнату, где мы были, открыл окно и увидел, что мы на проспекте, более того. Макс, давай за нами. У нас... свисает. Я настолько люблю наш проспект, что я когда зашел сюда и вот эту красоту все увидел, я сказал, я сделаю все, чтобы этот офис остался. Потому что у меня же вообще мой кабинет, получается, выходит над тротуаром, получается. Да? Вот люди параллельно идут. Но я балдею от проспекта, я его настолько люблю, поэтому... Вот я все сделал, чтобы офис был тоже на проспекте. Вы якийсь фетишист. Люди кажут завжди, что это дым, что не, это шум. Я люблю. А здесь дыма нету. Дым по Гагарина проходит в ту сторону. А чи правда, що кажуть, що раніше, ну раніше я маю на увазі там 10 років тому, на продажу квитків, на організації різних заходів, концертів, спектаклів, можна було заробити легше і більше? Це неправильна інформація, це ошибочна інформація, ви розумієте? Я вам скажу, из чего она исходит. Вот ты заходишь в зал и видишь, зал полный сидит. Но это же не значит, что купили билеты. У нас есть определенные категории людей, которые мы всегда при возможности приглашаем. У нас практически на всех концертах присутствуют АТОшники, члены их семей. На какие-то категории мы даем врачам,
библиотекарям, работникам культуры. То есть мы очень тесно работаем с детскими организациями, да, Angel. У него создается впечатление, что зал забитый. Вторая есть иллюзия, что мы после каждого концерта с мешками денег возвращаемся. Как в фильме про «Ласковый май». Да. Это осталось в прошлом, ребята. И «Ласковый май». А вы так и застали? Нет, я не застал. Это все период 84-98. Я знаю от своих коллег, я знаю от многих из России, кто работал прокатом, да, вот, например, как мне рассказывали ребята по «Ласковому маю», там деньги не купюрами считались, они считались грузовиками. А вообще в этой квартире, на самом деле, чтобы вы понимали, в свое время 4 года жил Лоша Куценко. Серьезно? Именно в этой квартире. Когда-то, готовя выпускной вечер, 25 лет выпуска. Это его квартира была, чи він знімав? Нет, это его квартира была. Це квартира Гоши Куценка. Гоши Куценка, да. Значит, ко мне пришла моя одна... Рит, а ты можешь работать? Ко мне пришла моя одноклассница. Для принести фотографии, мы там делали какую-то винетку подготовки, этот самый выпуск, ну, 25 лет выпуска. Она мне принесла фотографию, Лена Моисеева, не знаю, как ее, это девичья ее фамилия. Говорит, как ты думаешь, кто это? Я говорю, ну как, кто? Юра. Он говорит, а что ты знаешь, что его Юра зовут? Я говорю, ну я же такой бизнес, конечно, знаю. Говорю, Лоша Куценко. Она говорит, а где это сделана фотография? Я говорю, там мало ли где она. Он говорит, вот в той кабинете, где ты сидишь, вот она сидела на том диване, говорит, а здесь была комната Лоши Куценко. И эта фотография сделана здесь. Мне когда-то, когда мы покупали квартиру, уже потом оформили, не хозяйка, здесь жил очень известный доктор, профессор, он умер. И жена его продавала квартиру, она переезжала в другой город. Она уже там, когда уже оформили это, она сказала, кстати, вам забыла сказать, здесь жил Лоша Куценко в этой квартире. Да, между прочим. Да. И, насколько я понял, история была такая. У него же был папа военный. И они переехали откуда-то в Запорожье. А потом из Запорожья он переехал во Львов. А потом он уже поступил в Москву. Или я не знаю, как там дальше у него складывалось. И вот когда-то Гоша Куценко приезжал в «Капиталист» и работал с какой-то программой. И Лена Гранишевская ему сказала, а вы знаете о том, что там, где вы жили, сейчас находится офис концертного агентства? Он говорит, нет, я бы очень хотел бы побывать. Но я думаю, обязательно я вернусь с чем-то и обязательно туда попаду. И вот так сложилась история, что где-то, я не помню в каком году, по-моему, в 10-м или в 11-м, был спектакль «Игра в правду», где был Гоша Куценко, Марьянов, Апексимова, еще один актер. И мне позвонил прокатчик и говорит, кстати, забей себе посещение Гоши Куценко твоего офиса. Я говорю, а Гоша знает? Да, знает. Он уже мне все уши прожужжал. И вот мы встретили Гошу. Первым делом, когда он бросил вещи в гостинице, он приехал сюда в офис. Здесь же была пресс-конференция у него. Потом он походил по двору, там вспоминал, я его ставил один, он попросил, говорит, да, я поброжу, мол, похожу, посмотрю, повспоминаю. Потом мы поехали у него здесь, родственники на кладбище похоронены, мы с ним ездили. Вот так у меня произошла встреча и знакомство с Гошей Куценко, и он через много-много лет опять побывал в своей квартире. Он отсюда всем звонил по телефону, ты не представляешь, где я нахожусь в квартире, в которой жил, там он всем звонил. И мы решили, я говорю, ну, коль тебе аура так нравится, я говорю, давай мы здесь сделаем пресс-конференцию. Мы делали здесь пресс-конференцию. А кто взагалі из тех, кого вы привозите, вот, бывает тут? Ой, было много артистов, я даже так всех перечислить и не скажу. В принципі, ваш бізнес почався там з фестивалю «Брігантіна». Це фестиваль, безперечно, своєю історією, але так само з своїми міфами, з байками про оце от Горєлова, масові такі попойки. А доводиться ж, от хочеться чи ні, там з якимись артистами, які хочуть після концерту там випити з вами, відпочити. Кофе поп'ємо, окей. А давай по 50 грам коньяка, окей. От приблизительно от такого поняття, ви знаєте, от бутує о том, що от особливо рокери,
Ну, я могу больше сказать. У танка на Майдане Конго спиртного даже не было в гримерке. У него в райдере этого нету. Там, если ребята где-то купили по дороге в гостинице, в номерах посидели, обсудили концерт и выпили там горилки между собою. Но это обычно... Я не те маю на увазі. Это абсолютно не та история. Просто, чтобы вы понимали, ну, я вообще употребляю очень мало спиртного. Объясню почему. Во-первых, я очень часто за рулем, раз. Второе, я безумно устаю. Устаю в плане, потому что у меня концерт начинается, по сути дела, за сутки, когда мы расписываем о том, кто встречает, кто провожает, кто за транспорт, кто за питание, кто за поселение, кто за запуск людей, кто по отчету. То есть мы прорабатываем вот эти все вопросы, они начинаются за сутки до концерта. Если я выпью, я могу и упасть, потому что, ну, предел есть, да, усталости у человека. Но, тем не менее, когда я могу расслабиться, да, там и, или, например, приезжает, ну, очень мои любимые кто-то из артистов. Например, я безумно люблю травить байки с Филимоновым Олегом, с Русей Писанкой, и мы можем даже самогончику посидеть там, что-то повспоминать. Я безумно люблю общаться с Наташей Могилевской, у нас очень давние связи, я вспоминаю, сколько раз мы караоке пили у Наташи дома в Киеве. Наташа не принимает в последнее время вообще спиртное, поэтому мы довольствуемся. Мы можем разговаривать сутками. Вот просто сутками ни о чем. Что с Наташей, что с Ирой Билык, да. Вот просто что-то вспоминать, какие-то ситуации, потому что меня с ними связывает не только город Запорожье, но и, например, телеканал «Интер». З приводу корпоративів, да. Безперечно, це, ну, абсолютно чесний заробіток. Чи стало їх сьогодні більше? Ну, скажем так, много корпоративів в Запорожжі взагалі ніколи не було. Бізнесмени хочуть їх проводити десь за межами міста, тому що... Да, это первое. Во-вторых, стараются очень часто... Во-первых, не мы часто проводим корпоративы вот такого частного характера, да? Обращается к услугам киевские компании, я понимаю почему. Ну, дабы, наверное, информация не выходила. Я могу слышать там, а у нас сегодня там был, ну вот недавно был один корпоратив, день рождения предприятия, был в одном из ресторанов Запорожья. Я встретил в гостинице братьев Шумахеров. Я говорю, о, а вы что здесь? Они говорят, а мы на юбилей завода. Ну, юбилей, юбилей. Один период очень было плохо, их практически не было. Ну, вот, наверное, 14-15 год, середина 16-го. Отличная как раз обстановка. У нас не очень много, я могу сказать, проходит и профессиональных праздников. Вот так как, ну, вот я вспоминаю свое время, когда проходил День металлургов, то в Донецке, в Луганске не хватало количество, Днепропетровской области не хватало количества сцен, и Новомосковский завод делал, штамповал лайерные сцены в прокат, потому что не хватало сцен для проведения. Ну а в этом году 11 сентября, Дни городов, вот как-то очень много гор в этом году, ну я не знаю, был такой, вот произошла такая ситуация, что 12 сентября, было, это выпало суббота, Дни городов. Мы не могли даже артистов найти. Вот реально не могли найти артистов. И работал один из артистов, который просто чудом оказалось, у него слетела работа. Они тут же нам перезвонили и сказали, у нас подтверждается. И мы сразу его зафрактовали. У нас в городе не очень много корпоративов, которые люди частным способом себе заказывают. У нас больше, например, дни рождения заводов, дни рождения фирм. Вот, например, сегодня к нам приходила одна компания мелитопольская, которая, ну, я считаю, это вообще шикарно. Они на свой день рождения предприятия привозят театр «Фронта». Привозят Мелитополь. Так, это суперразумный корпоратив. Да. Причем они честно, откровенно сказали, что мы в Мелитополе понимаем, что зал наполовину будет приглашенный, да, под наш юбилей, и сотрудников там, и почетных гостей. Поэтому вот мы хотим сделать еще дополнительно в Запорожье, чтобы какую-то часть денег отбить.
Есть такие, как этот самый, такие мероприятия. А для вашего бизнеса наскільки було великою втратою, коли російських зірок шоу-бізнесу перестали возити? Наскільки побіднішали кармани? Ну, кармани побіднішали у многих, кто имел свой бизнес, связанный с Россией. Потому что вопрос же здесь не только связан в России, да? Один период вы просто не помните, а может быть не заметили. У нас и зарубежные артисты не сразу начали ездить. Есть ряд артистов, которые тяжело заменить. Очень тяжело. Аналогичного уровня в Украине нету, да? Сегодня мы только украинских артистов возим. Самое интересное, я вам другое могу сказать, что до военных действий в среднем в городе каждой Украины программ было в два раза меньше, чем сейчас, даже когда выступали российские артисты. Багато хто говорит, что война – это горе, это смерть, але это развиток и культурный в том числе. Но я могу сказать, что многие коллективы и артисты, которые поднялись на патриотической волне, очень многие как поднялись, так и затухли. Как вы ставитесь до такого спекулювання от на теме АТО, на теме войны, на теме Майдану, кто от стал відомим на цій хвилі? Понимаете, я вам скажу, наверное, это личное дело каждого, да? Вот тут вот как бы внутри. Я, например, считаю, что быть патриотом, вот я считаю себя патриотом, патриотом города, патриотом страны. У меня была возможность не единожды уехать, я не уехал. У меня была возможность переехать в Киев, я не переехал. У меня была возможность переехать в Германию с семьей, я тоже не переехал. Потому что я по натуре человек, который считаю, что я должен получать кайф и удовлетворение от работы. Значит, не поехал. И я не поехал, потому что я подумал, что я ничего делать не умею руками. Я не для этого, наверное, существовал. А, наверное, умных, таких как я, за границей очень много. Но я понимал, что ту нишу, которую я выбрал здесь, она нужна людям. И вот это вот несение культуры, наверное, это очень громко сказано. Я не хочу говорить о том, что я альтруист. Я никакой не альтруист, да. Я могу быть добрым и могу помочь близкому, не только близкому. Ко мне очень много людей обращаются. Но я не хочу рассказывать, что я занимаюсь, скажем так, организацией концерта только потому, что мне это удовольствие доставляет. Это и бизнес. Но вот, наверное, соединение бизнеса и кайфа, вот это самое основное. Вот без этого я бы не смог. Есть артисты, которые работают на политических мероприятиях, и они сразу спрашивают и делают запрос. Поддержку кого они работают. Мы высылаем им данные о кандидате, там, депутаты или еще какие-то советы. Они смотрят и говорят, мы готовы работать. Или, например, извините, мы с этим кандидатом работать не будем. Не будем? Нет. Ищем дальше артистов. А стосовно частных самих корпоративов, вам кого доводилося самі такі от дикі якісь пропозиції бували, що от привезіть? От... В Запорожье не встречал. Я, например, знаю, столкнулся во время Крым Мюзик Феста. Получилась ситуация такая, у нас же там было огромное количество артистов, там работали все украинские артисты. Это какие роки были? Это был 10-11 год. Это был фестиваль Пугачевой, понятное дело, была тусовка российская, была тусовка украинская. Демис Русос был приглашенной звездой в один из годов. И я что-то обратил внимание, что очень много артистов, мне заявки на репетиции дали, а потом говорят, мы не будем. А начали выяснять, а как проводить репетицию, никого нету, да? А потом выяснилось, оказывается, что в одном из отелей Гурзуфа был полностью снят. Вам, в принципе, подобается. Ой, я балдею от этого. Я так люблю вот это все. Сам. Да. Не, ну не вот этот бред, конечно, когда мне нравится, проезжает машина, открыто окно. И оттуда вам музыка таких, на таких децибелах, что у меня квартира трясется. Я не представляю, как можно ехать в машине и слушать это. И когда я выяснил, да, это была свадьба, на которой было
Ну вот я помню, сейчас участвовал Филипп Киркоров, Коля Басков, по-моему, Лера ведущей была, Максим Галкин. На нее была приглашена Дженнифер Лопес. Это такая не слабая свадьба. Да, такая на секундочку. Ну вот по Запорожью я не слышал таких свадьб или дней рождения. Там приехала, ну кто там, я не знаю, там Кина Кароль, там Наташа Могилевская, этот самый. Может, кому-то приезжала, я знаю, что приезжали, да. Когда я пришел на телеканал Интер, мы готовили... Я хотел испытать, чему вы там не залишились. Новогодний мюзикл... Я расскажу, очень все банально просто. Новогодний мюзикл, и генпродюсер канала сказал, говорит, подождите, а как Мусин может быть исполнительным продюсером мюзикла, он не телевизионщик? Я поднялся и сказал, говорю, вы знаете, можно быть не телевизионщиком. Самое главное, нужно быть организатором. А телевизионщик – это определенная специфика. Вот когда мы придем на финал, вы мне зададите этот вопрос – и скажите, я был прав и не прав, он извинился в конце передо мной, и все прошло нормально. Я не остался по одной причине. У меня была семья, двое детей, в то время это был 2007 год. Я работал с командой, пришедшей на телеканал, и получилось так, в 2007 году мне было 40 лет, нужно было определяться, что делать дальше. То ли семью перевозить в Киев, то ли мне переезжать и возвращаться в Запорожье. И мне была обещана квартира, да, на определенных условиях, которые мне должны были покупать. Произошло изменение в руководстве телеканала, и эта ситуация изменилась. И когда мне сказали, что надо еще немного поработать, я поработал 11 месяцев с 11 февраля до 27 декабря. Я сказал, ребят, ну, наверное, все, что я мог, я показал. Мы сняли хорошие два продукта. Это «Карнавальная ночь 50 лет спустя». Это мюзикл «Звездные каникулы». Там Тина Кароль была главной роли. А в «Карнавальная ночь» Людмила Марковна Гурченко. Мы сделали юбилей Интера, десятилетия на Майдане. Еще ряд проектов, которые мы провели. Я сказал, говорю, ну, наверное, все, что я мог, я сделал, я показал. Поэтому вы можете, наверное, определить, могу ли я быть в вашей команде или нет. Но мне сказали, надо с квартирой подождать. А все-таки, если мне было бы, может быть, 28 лет, я бы, наверное, подождал бы. 40 лет я не захотел ждать. И я понял, что надо возвращаться домой. А в той период, пока вы там были, кто тут бизнесом керовал? Со мной работали ребята. Я ничего здесь не закрывал. Я после съемок приезжал ночным экспрессом. На выходные все делал. В понедельник утренним рейсом или вечерним уезжал. Я постоянно был, курсировал в машине. И вот в течение года я ездил туда-сюда, потому что я понимал, что Киев – это все здорово и все хорошо, но, к сожалению, в Киеве и особенно в телевизионном бизнесе Украины смена собственников, смена, скажем так, менеджмента, она ведет за собой смену команды. Я понимал, что, может быть, кому-то кто-то придет другой, ну и, соответственно, станет, что рано или поздно мне придется возвращаться, потому что... Ну, я понимав, що я можу тільки займатися цим, і хочу цим займатися. Ну, у вас дійсно дуже специфічний бізнес, і він нішевий, як ви самі говорите, це абсолютно правда. І мені здається, таким чином, дуже вдало зайнявши таку нішу, ви тим самим свого часу і убезпечили свій бізнес. Таким чином, ну, я можу зрозуміти, коли приходять на якісь підприємства і вимагають там якусь долю від бізнесу, або кажуть, віддай бізнес. Чи траплялись якісь випадки? Ну, мені, в принципі, складно розуміти, якщо я, наприклад, прихожу і кажу, Мусін, віддай мені свій бізнес, я складно розумію, що я з ним можу робити. Ви знаєте, я скажу, ви правильно все говорите, все совершенно сложнее. По той причині, ну, є інтернет, да? Можно найти контактные телефоны артиста в интернете. Абсолютно в доступном варианте дворцы культуры, площадки. Вы можете договориться за аренду, СМИ договориться за рекламу, привести артистов и заниматься. Специфика бизнеса, что оно все пишется вот в этом. Вот в этом и в компьютере. В этом есть... определенный плюс,
Но в этом есть определенный минус. А минус я скажу какой. Вот это вот по наследству не передашь. Потому что помимо этого, нужно еще вот здесь, чтобы что-то было, да? И личностные отношения там, с менеджментом артиста или с артистом, их тяжело по наследству передать. Так и артисты же старишают. Это совершенно верно. Соответственно, кроме того, допустим, вот мой сын, он совершенно другого склада человек, он тоже пробивной. Он работает в телевизионном бизнесе, он работает в Киеве, выпускающим режиссером на одном из телеканалов Украины. Он не захотел. Не захотел по той причине, он сказал, что пап, ты знаешь, на мне очень сильно твой авторитет влияет, да, и я не понимаю, как мне выработать свою стезю в этом всем, потому что... Я буду в тени. Да, и он мне сказал, говорит, вернее, я ему сказал так, вот ты пойми, Паш, для того, чтобы дойти до какого-то определенного уровня, ты должен начинать с малого. В свое время я сидел в переходе Ангуленко и продавал билеты. Вот билетный бизнес я знаю не по интернету, не по слухам. Я этими руками и этими глазами через меня прошло. И огромное количество концертов во Дворце спорта. Еще когда приезжали артисты по 12-15 концертов проводили. И в ДК Днепроспецстали, и в церкви. А кто у нас 15 концертов проводил? Все. Вот чтобы вы понимали. Все началось в 87-м году, когда я... Еще не был в этом бизнесе, будучи студентом исторического факультета нашего университета. Как-то к нам пришел один из прокатчиков и говорит, вот мне там привезли какую-то, фигню редкостную привезли, я могу сегодня сказать. Во Дворец спорта у нас там 15-20 концертов, мы набираем людей, которые будут реализовывать по факультетам, по группам билеты. Мы платим столько-то. Поскольку я всегда нуждался в каких-то карманных деньгах, к сожалению, мне родители не могли помочь с деньгами, а может быть, к счастью, родителей нет уже в живых, ни мамы, ни папы, мама в этом году умерла. Наверное, это меня толкало к чему-то, к какому-то определенному заработку. Я понимал, что если я не начну зарабатывать, у меня не будет денег там. Коли, скажіть, мені цікавить магія з самого моменту, коли от раніше це було так. А можна сфотографуватися? Да, можна. Щас, сфотографуйте нас. Зараз цього ж немає. Зараз є. Можна сфотографуватися, да? Щас. Хоп, все. Є. Ні, просто різні артисти по-разному к этому. Ні, маю на увазі більше ж селфі якось, а фотографії, які були, ну, що це фотограф. І Полякова завжди дає, і Вінник завжди дає, і... Могилевская всегда, это и «Время и стекло», вот был недавно концерт. Раздражительный. Бывает, что это немножко раздражает. А я объясню, что оно раздражает. Оно не раздражает, просто я объясню ситуацию. Вот представьте, артист на сцене 2 часа. Приходит в гримерку, его хоть выжимают. Он полураздетый находится и начинается. А можно сфотографироваться? Подождите 40 минут. А, как правило, если не опаздываем мы на поезд, процедура нахождения артиста на площадке до приведения себя в порядок, час бывает, полтора, и начинается. Ой, вы знаете, мы опаздываем, дайте мы сфотографируемся. Не дадим. Я должен раздетому артисту запустить? Нет. Хотите, ожидайте, дождетесь, все выйдет, фотографируйтесь. Не дождете, ребят. Но это ваша проблема. Некоторые обижаются на это. Но я хочу просто людям объяснить, что ситуация... Вы же понимаете, вот когда к тебе каждую минуту кто-то подходит, а представь, да, сколько у артиста, он не может... Я не очень завидую этим людям, я могу сказать, что он не может пойти выбросить мусор тупо, как ему. Сходить в магазин тупо, они ходят. Там в очках, каких-то шапочках, что в жизни не узнаешь. Просто пройтись по городу, да? Потому что они понимают, что они не принадлежат себе, да? И каждую минуту дайте сфотографироваться. Поэтому не обижайтесь, когда артист 2 часа живиком отработал на сцене, а потом вы еще настаиваете, что он не то, что можно, он обязан с вами сфотографироваться, ребят. Ну, он точно такой же человек, и даже просто вот скинуть эту энергетику или просто тупо раздетым посидеть в гримерке и передохнуть, я могу представить, я устаю от концерта, так я не нахожусь на сцене. Я могу представить усталость артиста, который находится на сцене. А сколько ваша команда, сколько людей працює? 9.
двое и там 9 людей? Ну, есть у нас фрилансеры, этот самый, есть на постоянной основе, ну, до 10 человек. Сьогодні я один з тих міфів, легенд, ви мені його не підтвердили з приводу кімнати Вакарчука. Я коли готувався до інтерв'ю, я багато питав про вас, цікавився, і сказали, а спитай обов'язково, ніхто у нього не питає, що є ще одна частина роботи, звертається ж до вас всякі там бізнесмени, політики з приводу організації корпоративів. Да, я не буду скривати. Я сразу вам скажу, мы занимаемся много проведением такого рода мероприятий. Это и дни рождения, юбилеи, дни рождения организаций и предвыборные кампании. Ну, скажем так, мы ж не считаем плохим или чем-то зазорным, когда типография накануне выборов 28 часов в сутки работает на полиграфической продукции. Поэтому это вот те периоды, как ёлки. Абсолютно. Вы начали развивать бизнес, выходит, еще до того, как вы его зарегистрировали. Совершенно верно. А вот этот период, а где вы эти квитки брали? Чтобы... Я официально числился распространителем и реализатором во дворце спорта «Юность». То есть не перекуп? Никаким не перекупом. Я в бухгалтерии дворца спорта получал билеты, продавал их. Потом мне выделили точку. И я первый, Алла Гавриловна уже после меня легендарная, кассир перехода Анголенко, я был первый, который продавал билеты в переходе Анголенко. Я утром по субботам и воскресеньям, будучи студентом, приходил, раскладывал столик, вешал афишки, раскладывал билеты и торговал. Был у меня еще мегафон, я еще с мегафонов созывал людей. И там стоял, продавал. Потом я продавал билеты в перерывах, да, каких-то. Там, например, иду на занятия, а у меня на 12:30 автозас «Коммунар», правком. Мне нужно прибежать туда, там заявка по билетам. Я приезжал туда про этот. Во вторник мне нужно было в радиоприбор. Там в среду мне надо было, к примеру, на обувную фабрику. Вот часть Жовтневого, Коммунарский район, они числились за мной. Своя мережа уже. И вот оно все продвигалось. А самый гениальный случай, жена моя вспоминает до сегодняшнего дня, это когда к нам заехал «Ласковый май», 24 концерта. И мне дали 5 целевых концертов. Дворец спорта «Юность» вмещало 5125 мест. И вот у меня было 5 целевых концертов из 24. И мне сказали, что на Анголенко вверху, говорит, здесь ты продавать не сможешь, потому что деньги, там суммы, билеты стоили, знаешь сколько? Рассказываю, 50 копеек, гривна 50, 2,50, 3,50 стоил самый дорогой. Понятие пригласительных не существовало в априори. Существовала проблема купить билет. Все бегали, искали билеты. И мне выделили киоск. Цирковой, если я не ошибаюсь. И мне сказали, вот приедь, забери ключ, а утром к 8 утра приедь, там будет этот самый свет, там есть, все есть, придешь и будешь продавать, закрывайся, потому что у тебя будет денег. Поскольку 5 целевых комплектов, это очень много, это на один концерт, это вот такая пачка была, каждый сектор отдельная книжка. Я жену попросил, чтобы она мне помогла на Кравчучке этот самый довести эти билеты. Ребята, вы не представляете, мы пришли туда без 15:08, стояла очередь человек 700. 700 человек стояла очередь. Вы-то не подумали, что... Мы 5 концертов продали за один день. И жена стояла, я ее никуда не отпустил, только в туалет мы менялись по очередности, потому что мы боялись оставить, но я даже не помню, сколько в той будке бабла было. Ну, вот даже, ну вот давай посчитаем, если 5125 билетов, я разумею, что вы гарно считаете, 5125 умножить на 2 гривны среднюю цену билета, 10 тысяч один концерт, это «Волга», а у меня их было 5 «Волг». 5 «Волг» загнали в одну цирковую будку. В одну цирковую будку, вот представляешь этот? Причем мы позвонили другу, который приехал на «Зюзике», на «Запорожце», потому что мы боялись выходить оттуда с такими деньгами, откуда мы знаем. Но все благополучно, мы сразу поехали в «Юность», сразу инкассировали деньги. Я получал тогда 3%.
Ну, давайте посчитаем. Грубо 50 тысяч умножить на 3% – это 1500. И минус подоходная бездетность меня вычитали. Но я получил за один день 800 рублей. Я даже не могу привести, что это такое. Но зарплата, насколько я помню, первого секретаря обкома партии в то время была 500 рублей. Месячно. Мусин тогда стал богаче за один день, ниж за месяц секретаря обкома. Мы позвали друзей, мы гуляли. Это был такой праздник у нас. Ну, этот самый. Там, пошли кофе, купили немецкий. Такая баночка была. Конфеты купили. Там, ну, мы купили себе мясо, мы пошли купили 2 или 3 килограмма. Потому что в тот период мы не могли себе позволить пойти на базар, там, купить там, 2 килограмма мяса. Так и что, и такой бизнес никто не намагався рикетнуть? Ну, это как о дворцу спорта. А что от нас? Мы же реализаторы. Мы сдавали билеты, отдавали деньги и все. Но время ушло, и такие деньги вместе с этим временем ушло. Потому что сейчас это все очень... Чтобы вы понимали, в среднем это идет 3% от стоимости билета. А стосовно корпоративу, все ж таки, щоб закрити уже цей гештальт, хто з артистів найбільш от востребован на таких заходах? Ну, я скажу, дело в том, что дело не востребованности. Здесь же есть еще такое понятие ценника. Ценник ценником, но мне кажуть, що Оля Полякова, оце просто всі корпоративи приватні, дорогі, от без неї не можуть обійтись сьогодні. Ну, я могу сказати, один період Оля действительно очень много була. Она была практически на всех дні городах. Она была на дне города в Запорожье, через неделю она была в «Капиталисте», еще через 2 месяца она выступала в ДК «Днепроспецстали», через полгода она работала, или через 8 месяцев, на дне города Мелитополя. Это так получилось, да, она была в тренде, этот самый. Но очень часто заказывает Виталия Козловского. Поэтому, например, мне очень часто видят всегда в зале стоящим. Я вам объясню, почему я стою в зале. Потому что я, во-первых, смотрю, кто пришел, кто наш зритель. Я смотрю, зритель молодеет или среднее. Вот, например, на «Черный квадрат» приведу пример. У нас зритель был до 50 лет, 55, вот так вот скажем. А я смотрю, с каждым последующим спектаклем у нас возраст увеличивается зрителей. Я видел зрителей 65-летних, и 70-летних. Это говорит о том, что раскрепощаются люди. Мне кажется, это говорит, я трошки могу сперечатися. Мне кажется, это говорит про то, что дети намагаются своих батьків вигулять. В кавичках більше. Тому що мені складно уявити, що 70-річна людина дуже сильно моніторить те, що відбувається. Ні. Ви знаєте, є, Тарас, знаєш, я тебе скажу, є люди, які відслежують це, тому що люди приходять своїм каким-то сообществом, да, там 5-6 людей старшого возраста прийшли, подошли, поблагодарили, прийшли, посмотрели всі рекламки, взяли рекламну продукцію, що последующее, подошли, задали вопросы. Это не дети. Да, есть такое. Есть, например, очень часто у нас покупают билеты с Америки, с Канады и говорят, вот мы вас просим, доставьте там это подарок там или еще какой-то. Есть и такое. Зараз я как раз бачу Козловський, сколько тут ему років? Це який рік? Это 2003. Третій рік. Да. Був період, коли він теж був одним з самих востребованих. Я так розумію, це до скандалу з Кондратюком, мабуть. Ну, опять-таки, скандал з Кондратюком, это... Я очень хорошо знаю Игоря, и Виталика очень хорошо знаю. Это, в общем-то, скандал, который происходит с очень многими артистами, только надо отдать честь многим артистам, и их продюсерам, да, что они нашли компромиссное решение. Ну, например, ну, был определенный, скажем так, творческий расход Юры Никитина «Сыра и белок», но он не превратился в такой скандал. И таких примеров, да, та же Тина Кароль и Олег Черный, был там небольшая, скажем так, но в данном случае я не стою на позиции ни Виталика, ни Игоря. Я думаю, они должны найти, потому что там же не закончились все истории. Они должны найти какой-то компромисс. Но Виталик на концертах не поет песни, которые были периода Кондратюка. У него программа на 1:20 абсолютно новых песен того нового его периода. Очень часто заказывает «Лесопедный батальон», группу «Тик», Катю Бужинскую. Группу «Тик», яка, на думку багатьох, одна з найкапризніших груп. Она не самая капризная, я могу сказать. А кто самый?
Ой, наверное, сегодня нету такого. Нету, объясню, по какой причине. Сегодня тоже уже мы, организаторы, немножко не такие одуванчики, как были раньше. Дело в том, что люди же понимают, да, мы все же крутимся вокруг одного и того же, да. По поводу группы ТИК. У группы ТИК очень серьезный технический райдер. И когда возникает вопрос, что приезжает группа ТИК и надо обеспечить технический райдер, многие схватаются за голову. Но есть две компании в Украине, которые постоянно с ними работают. И когда возникает вопрос, что мне надо для какого-то мероприятия ТИК, я сразу этим компаниям звоню, и вопрос снимается. А вот поначалу, да, действительно так. Но они же работают живыми инструментами. Действительно, очень, у них и подиум присутствует этот самый. У них очень большие требования, чтобы обязательно крыша была. Но у них были прецеденты. У них было, например, когда во время выступления слетела крыша при ливне. И ток прошел по этому самому, по комбику гитарному. И хорошо, что гитарист его киданул, а могло просто убить бы. То есть, а эта история возникает тогда, когда какой-то прецедент произошел, и люди начинают дуть на холодное. Вот у них он произошел, и они стали выставлять требования, что сцена обязательно должна быть закрытая, там у них вопросы безопасности есть. Я розумію, що ви дуже толерантна людина і багато про кого не будете говорити, але от поясніть мені оцей от феномен. От для мене це, ну, неймовірний просто феномен, який я не зрозумію, напевно, ніколи. Тарас, ти знаєш, а феномен... Це Олег Вінник, якщо що. Да, можна говорити дуже много. Нужно отдать должное этому человеку, я объясню. Этот человек собирает залы. Собирает. Причем сейчас по Западной Украине он собирает стадионы. Это не твой исполнитель. Да, это, бесперечно. А, давай говорить так. Когда мы проводим рекламную, готовим рекламную кампанию, мы должны понимать, как организаторы, на кого рассчитана музыка. Вот Олег Винник, это женщины, основной контингент, 40+, которые умирают и балдеют на его концертах. И если ты подойдешь к этой женщине и скажешь, сядьте, вы кому-то мешаете, она может тебя убить. Но это его публика, которую он завоевал. И эта публика очень преданная ему. И концерты Олега Винника можно проводить каждые 4 месяца, и они будут битковые. Сьогодні багато хто з глядачів стали дуже сильно уважними і дуже сильно моніторять те, що говорять зірки шоу-бізнесу. Завдяки чому трапляється зараз так і нерідко, коли якісь концерти, вони підпадають під акції протесту, концерти якісь блокуються. Чи траплялося в вашій роботі, щоб якісь концерти, які ви організовували, блокували або створювали на їх фоні акції протесту? Ну, мы не были организаторами концерта Бабкина, но я знаю о том, что была предпринята попытка его блокировки. Я, например, считаю одну вещь, что каждый должен заниматься своим делом. И, как мы с тобой уже переговорили, когда ты что-то говоришь, ты должен обдумывать, какие будут последствия этого всего. Не врать. А может быть, просто промолчать. Але думать. Но думать о том, что ты говоришь. Потому что иногда, ну чего, было же раньше, когда кто-то что-то ляпал из артистов, это было связано... Но это было не так болюче. Да. А здесь, понимаете, в чем дело? Иногда бывает, что это сильно на эмоциях как-то играет. Да, хотят сделать, подыграть кому-то, а получается все-таки обратное. Но я хотел бы сказать, что, наверное, надо немножко пожалеть артистов, потому что, к сожалению, сегодня это оказалась такая категория, скажем так, категория работников. Это работники. Вот у него работа петь, да, а у кого-то работа стоять за станком. И поверьте мне, 99% людей, которые вот здесь, и о которых мы сегодня говорили, они кроме петь вообще ничего не умеют. Это их работа. Але як лідери думок, вони тоді не повинні свої думки нести в масу таким. Либо не провоцировать, или не давать провоцировать себя по этим вопросам.